Всем привет! Бревно и лодка. Они займут место где-то в этом райончике. Вот она. Счастье привалило. Привет, брат. Смотри, какие лучи там на небе. Суббота. Середина июня 2019 год. С одной стороны возьмем, на плечо. Я просто говорю, возьмем и понесем. А надо бобер, ли? Бобер погрызть. Это представь, сколько он, да, грыз. Давай камеру выключай, бери бревно. Это сверхдорогая обработка дерева. Слышь, бобром. Специальная бобровская обработка. Да, бобровская обработка. Аишь. Ну что, возьмем? Убери свой глазик. У тебя комар, ну, вот здесь на щеке. Ага. Вот это есть? Вот шлепни его вот так. Ходит такой. Андатра. Шлепает. О, помощники идут. Так, я знаю, кто веревку потянет. Леша, а что это без веревки? Веревка здесь. Веревка здесь. Веревка не знаю, мы ее сейчас на плечо. А дорогу сделали? Леха, иди сюда просто, без разговоров. Иван Федорович, выключай свою камеру. Да я снимать буду. Ваш ну, Иван пошел вон. Каждый камеру вырубай. Метр осины. Это да, и все. Нормально. Но, давай, каждый несет метр осины. Пили по метру. Ты, Ленин на субботнике. Я предлагаю его поколотить. С его камеры. Не хотят работать. Убери ее нахрен. Взяли? Нет. Взяли? Бери, что ты? Что, на плечо не... возьмем. А, на плечо? А выключи нахрен свою камеру. Мы несем бревно, как Ленин на субботнике. Да, а я на нем вешу хоть. Я снимаю. Прямо обратно. Комары кусают. Ох, мать, сиротная. Тихо, не торопимся. Особенно на ямках. На ямках мы виснем. Я пожал ноги. Ну и видно. Мы с Лехой несем бревно, они не... Они висят, да? Они держатся. Шик, да? Леха, налево! Ох ты, мать твою! Мать, на машинку и маму, надо ласточку. Ой, теперь я вишу. Ох, теперь не вишу! Ох, опускай, тихо. Кидай! Раз, два, три! Молодцы. Уйди, уйди, Христос. Фу, донесли. Леша, устал? Уже два бревна. Вот такое у нас развлечение, бревна носить в деревне. После бани. Да, малыш? Я предлагаю сейчас два бревна на два плеча взять. С одним нормально идем. Сейчас идешь, показываешь как, чтобы два раза не ходить. Так он сказал, два бревна на два плеча. Я говорю... Причем тут мы, да? Это мы ему положим. Иван так и будет оператором, я режиссером. Так. Я продюсер. Вот продюсер и потащит. Продюсер ничего не так. Ты когда потащишь, тогда и будешь продюсер. Будешь продюсировать. Может нам баню еще затопить? Ты без ночевки. Я могу и с ночевкой остаться. Вот так есть кому съездить называется. Затопи. Вон, шикарная погода. Ну. Фу, блин. Малыша и то закусали. Так, парни, как хотите, я пойду переделаюсь, блин. Давай, иди. Сгрызут. Вот самый хитрый, смотри, в перчатках. Давай, тем же расчетом. Ты опять камера, господи, блин. Да брось ты мне палку какую-нибудь. Вот неугомонный. Берите, я со стороны сниму, как давай вы несете. Самое. Давайте его окунем. Это самое. Берем. Будет мокрый ваш Иван. Берем. И опа, опаньки. Несем, он наша тень. Снимаю тень. Брат, давай налево сразу. Не-не-не, не надо. Давай. Веселее будет. Блядь, тут как-то тяжело. Сначала полетело, потом приземлилось. Сначала отпустило, а потом придавило, да? А вот сейчас опять пролетело. Опускаем. Раз, два, три. Шик? Я молодец, да? Ай да я, ай да молодец. Ай да ваш Иван. Пойдет, Леша, не ломай сучки. Не ломай красоту. Смотри тут какая красота. Вот снимайте твоих. О,
Ой-о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 й-
Кладем, а не ложим. Красивые бревнышки, да? Не надо ничего трогать. Уже все сделали. Ага, как будто прибой был, перевернул лодку. Слышь, ты вроде трезвый. Самый трезвый среди нас. Должен же быть кто-то трезвый. Так давай сразу сделаем. Бери лопату, иди копай яму. Закопаем. Пока все здесь. Настаиваешь? Будешь, не? Не, сегодня уже... Перебор? После бани много не надо работать, уже спорт будет. А перед баней? Если ты захочешь Иван Федорович баню, то это... Иван Федорович, все, сидит. Начну в кресле. В кресле. Я комариков буду снимать. Комаров-то вообще кошмар. Давайте я буду снимать, как комары вас жрут. Съездим за пивом и затопим баню, начну. Хитрые. Не. Все, не. Я если поеду, я поеду в город раз. Раз и навсегда, да? Съездим за пивом, потом едь в город. В город съезди, да? За пивом. Там пиво вкуснее. Может сразу за хромкой, Максим? Комаров бы не было, вообще было бы счастье, да? Есть такое слово, розина. Что-то вообще их очень много. Пытаются укусить. Ничего делать не надо. Только закапывай и ставь. Рисунок вообще антуражный. Это сколько бобру надо было грызть ее. Резцы такие. Так они их роняют, потом... Лёха, сюда его. Да, я понял. Потом сгрызают корову. Тихо, не сломай. Сучки не сломай. Опа, сейчас бы прилетело. Там сейчас кору надо ободрать. Да, лопатой. Дело идет. Кору обдери. Надо. Как не надо? Лопатой. Пальцем. Пальцем дело. Торцы обработай. Сначала лодку затащили, а потом будешь крутить. Не говори, лодка здесь теперь как бельмо. Не, туда наоборот крути, в речку. В речку крути, в речку. Крути, крути в речку. Вон, помогай. Да. Не берется. Брось свою камеру. Не берется. Я один перекручу это. Нога, нога. Вот. Ты один? Да. Опа. Конь. Сам ты конь. В яблоках. Лёша, посмотри сюда. Не посмотрю. Я на тебя обиделся. Я на тебя обиделся. Красиво делает, да? Аж противно. Щевелёк. А никакой длины ты пилил? 4. То есть 3 метра будет высота, да, общая. Мы в итоге сначала их закопаем, потом по лазеру с горы стрельнем. Лазером? Лазером. У меня есть лазер. Пульт от телевизора? Нет, от ракеты. Лёша отдирает то, что не отодрал бобёр. О, красота, да? Как в Бентли. Вот песочек, оно... Текстура дерева. Оно... Жёлтенькое, как солнышко. Лодка. Эта лодка будет лежать на этих бревнах. На 4 столбах. На 4 слонах. Я зря сказал, надо было интригу оставить. Кто угадает, тому... Лодка? Нет, тому баня бесплатная. Все? Все. Молодец. Нормуль. На этом, я думаю, что все. Да, Леша? Может, лодку сегодня поднимем? На этой оптимистической ноте, так? Мы побьем вашу ванну. Палочку уже в руках приготовил.